Итак, всем привет, друзья, с вами Авиан. Сегодня я буду играть в игру под названием Probe Hunt Portable. Ну, не знаю, как правильно читается. В общем, суть игры, нам нужно либо быть охотниками, либо прятаться предметами. Ну, точнее, от охотников. Итак, сегодня я буду играть со своим другом, с мотником. Короче, реклама, как же меня это бесит. Так, сервер-лист. Он создал, вот он, сервер. Так, заходим, не обращать внимания на посторонние звуки, потому что у меня тут, как бы, это... Сейчас я ему напишу. Это Авиан, типа. Все, давайте начнем игру. Ой, игру, блядь. Так, тихо. Звук давайте сделаю погромче. Вот, все, идеально. Сейчас мы с ним поиграем. Он пишет, конечно же, такие слова в чате. Давайте его накажем за это. Знаете, каким способом будем его наказывать? Правильно. В следующем раунде мы его найдем обязательно и... Ну, или как это сказать по-русски, отымеем. Все, давайте, короче, прятаться, потому что Матвей уже меня знает от и до, где я могу находиться и каким предметом я могу стать. А, вот он, вот, тихо-тихо-тихо. Пошел нахер, пошел. Ага, так я тебя... Я опять, как бы, сраный предмет. Хотя, знаете, пропами быть круто. Это really cool, просто... Так, опять уведомление. Так, на чем я там? Я говорю, быть пропом, это вообще идеально. Ну все. Он, короче, уже разозлился, я так понял, по его цитате. В общем, Матвей, он не нуб. Он эту игру знает очень хорошо, даже лучше, чем я. Зря ты это сделал, типа он мне там пишет все такое. Так. Просто не вариант за ним, ну как бы ходить. Хотя мы его сейчас потроллим. Матвей, он, как сказать, такая вот, такое существо умное, он меня везде найдет. Так что с ним шутить... Так, тихо-тихо-тихо, вон он. Ах ты ж, фашистская мразота. Кстати, кто не знает, кто такой Матвей, это, короче, создатель, ну, как сказать, помогал мне с видосом «Гитлер играет в GTA 5». Он меня очень выручил, так как геймплей взят как раз-таки с его компа. Ой, тихо-тихо, он там, да? Блять, блять, блять. А, Матвей! Пошел-ка ты нахер! Так, тихо. Он меня увидел. Матвей, он, кстати, нормальный чел. Так, тихо-тихо-тихо. Ах ты, сударь, блять. Я что вам говорю? Он играет очень хорошо. Он лучше меня играет. Вот. Давайте я сенситив поставлю нормально. Вот что ему написал. Так, я немножко звук потише сделаю. Нет. Еще сенситив. Вот. Так, тихо-тихо. Ага. Он что-то мне пишет. Так, подожди. Надо выучить всю карту. Давайте запомним. Здесь стоит две коробки. Так. Блин, а он хорош в своем деле. Он, кстати... это что? Так. Здесь, по-моему, пару бочек было. Подождите. Что-то как-то у меня нескладно все получается. Он где-то рядом звуки издает. А я об этом даже не подозреваю. Так. Мусорный бак так и должен стоять, по идее. Да. Куда мог исчезнуть Матвей? Матник, точнее. Смотрим на коробки. Ага. Неплохо. Так, еще... А, в смысле, мне попадание зачиталось? Так, твою мать, как же здесь неудобно. Ну все, Матвей, ты доигрался. Матвей доигрался. Все, начинаем игру заново. Ну, точнее, снова. Здесь лежит один поддон, здесь стоит три бочки. А было же две. А что за хрень, я не пойму. Раньше такого не было.
Это осложняет ситуацию. Ага. Так, стопы. Где-то здесь. Это не он. Понятно. На самом деле здесь очень сложно. Вот именно в плане геймплея. Потому что пропам им, ну, как легче играть. Потому что они могут встать в такой уголок, допустим. И как бы им... Я застрял? Короче, у нас такая вот игра получается. Я, короче, застрял, мне придется умереть, к сожалению. Вот. Все. Как думаете, это хорошая позиция? Пусть он меня ищет. Так, к нам зашел новый чувак. Мы этого не планировали, так как сервер... А, он не приватный. Ну, конечно, как Матвей, как бы... О, тихо-тихо. А, я думал, можно посмотреть. Так, еще один чувак и еще один чувак. У нас сейчас будет тут весело. Значит, Матвей, по идее, должен быть где-то здесь? Нет? А он не такой, а, блядь, не такой тупой. Пропсы выиграли. А, он, короче, лоханулся. Вот он, Матвей. Он мусорный бак, просто трэш. Так как он на моем канале присутствует, ну, можно его трэшем посчитать. Так, вот он, Матвей. Он куда-то летит, блядь. Куда ты форсишь? Поехали. Форсун, блядь. Так, тихо. Я вот здесь встану, я думаю, меня не должны убить. Матвей, зря ты это сделал. Очень зря. Ладно, я его спасу сейчас. Твою мать. Твою мать. А-а-а! Почему так жестоко? Не, рили, они ни разу не попали по мне. А, ну попали. Чё это я? Значит, надо переходить в следующий режим под названием... опять, блядь, да достали, зачем мне все? Тихо. А, привет! Пошел нахер, чувак. Еще такая ситуация, на ютубе, ну, как бы материться нельзя. Нецензурные выражения всякие кидать. Ну, я решил, как бы... Как бы вам правильно, блядь, сказать. Ну, иногда вылетает. Потому что YouTube сейчас карает за маты, за нецензурные выражения и прочую ересь, которую, как бы, автор канала несет. Значит, делаем следующим образом. Нет, это палевно. А-а! Чувак! Please, don't kill me. Это там радуется что-то все. Я не знаю, чему радоваться. И как бы мы сейчас будем его искать, он же еще проб, все верно. Да, он еще проб, поэтому будет сложноватенько его найти. Учитывая то, что я выучил всю карту, можно сказать. Где он? Где он? Я что-то его не... Ага, вот и... Сука. Вижу, вижу его. Ну, он сейчас у меня получит. Конечно, это он. Это он. А, нет, это не он даже. Прикольно. Прикольно получается. Неплохо, Матвей, неплохо. Прятаться ты умеешь. А вот на деле... А чё? Я написал удачи. Ну давайте, ребят, чё вы такие тупые? Где-то рядом пищит кто-то. Вот так сделаю. Все. Идеально. FPS идеальный, связь. Блин, ну, по Дискорду мы с ним, конечно, к сожалению, не смогли бы пообщаться. Так, ци. Ци-ци-ци. Все. Отлично. Чувак, иди отсюда. Тут никого нет. Кого ты здесь видишь? Что здесь есть еще? Так, помимо меня тут стоят две коробки. Также прикольный сервер. А, кстати, здесь текстуры.
проработали. Раньше, я помню, говно какое-то было сплошное, чисто. Вот сейчас даже какую-то декорацию добавили. Неплохо, неплохо. Я не знаю, как там дела у Матвея. Давайте спросим. Так, тихо, 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 тихо. Надо как-то в круг в этот влиться. Я Гитлер. Да, конечно, ты Гитлер. Да, я ему написал кое-что. То, что он немножко... Все. Давайте, хватит сидеть на месте. Вон у чувака есть преимущество. Тихо, тихо. А что они так ходят, как наркоманы какие-то? Меня не найдут. Так, тихо. Ушел отсюда. Вот именно, уходи отсюда. Он навелся на ту коробку. Ха-ха-ха-ха. Все. Матвей сейчас у меня получит. Так, тихо. Он же в пропах или где? А, нет, он как раз-таки в хантерах. Ну, он херовый хантер, я сразу говорю. Потому что прячусь. А, прячется он лучше, чем я. Да, прячется лучше, чем я. А вот в плане того, как охотник... Ах ты, мудак! 3% здоровья у меня. Что? Матвей, давай, попробуй меня здесь найти. Ну, попробуй, чё ты? Да иди ты нахер! Всё, я ему отомстил, козёл, вот, видите? Написал ты, козёл, чисто, вот, всё. Он с читами играет. Да, конечно, кому ты рассказываешь? Так, игроки прячутся, понятно. Сейчас мы узнаем. Да, сейчас мы Матвея убьем сразу. Мой первый килл — это Матвей. Давайте ставим, делаем ставки. Мой первый килл — это Матвей будет. Да, конечно, куда это ты? А, нет, не Матвей, я не угадал. Ладно. Ну, Матвей слишком... Ну, легкомысленная такая идея была здесь прятаться. Так, что-то Матвей отключился. Ну, я думаю, давайте на этом заканчивать, так как серия уже получилась, ну, довольно такая длинная. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Лайк за Матвея обязательно. Подписку, колокольчик. И, кстати, новость про Гитлера. Я уже активно делаю все. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.